Ребятки, атмосфера потрясающая, людей пока мало, концерт основной будет гораздо позже, и все будет заполнено, вся эта площадь. А пока сегодня снова Джонни Уокер угощает, делают 3D-проекцию Marvel Studio. Сейчас еще можно поиграть с Джонни Уокером какую-то игру. Ну, здесь Amstel, это бар, типа пиво за денежку. Вот. То есть все прекрасно, замечательно, на релаксе. Музыка прекрасная, диджей работает отлично. Есть еще возможность пробраться поближе к сцене. Что еще? Ну что ж, пока ничего. Ждем выступления Duran. Наслаждаемся погодой, хорошей атмосферой, свободы, прекрасных Афин, прекрасной погоды, все отлично. Насколько это возможно, буквально метра 4 меня отделяют от барьера. Все очень здорово. Диджей продолжает. Народу все больше. Выпито больше. Люди прибывают. Скоро будет шоу. Релиз Афен. Это прямо бомба, а не фестиваль. Очень лучшие мировые исполнители здесь все будут. И легенды, разумеется, тоже. Следует следить за этим фестивалем. Диджей отыграл, сейчас готовит сцену под кого-то еще. А кто-то еще будет на разогреве, так что программа продолжается. Сцена меняет, экспозицию тоже. Какая-то будет серьезная группа. Ну, посмотрим, что они предложат. Закат все ближе. Народа все больше, прогрев все сильнее, Афины, июль 2024. Standing right.
honest with you, this is quite hot for us. Just gonna put it out. We're used to the rain and the wind. But if you don't mind, I'm gonna play some songs for you guys today. It's all I need to time, some space to breathe now. I said a couple days and now begin. God knows me, I want to leave now. Bet you never thought I ever would. And by stage hurts, whenever she's not here, I crave her. When the darkness comes in near, she said, when you coming back, when you coming home? I've been waiting all night for your call. Can't stay her. Yes, face hurts. I know I've been acting like a child. I know it's far too hard to prove. Полным ходом идет подготовка к концерту Duran Duran. А слева идет невероятный пожар. Горит чья-то яхта, видимо. Да, это ужасная история. Могут пострадать и соседние яхты, но, может быть, послышат вовремя. Хотя уже минут 15-20 это все пылает, и дым очень большой, и сюда его, слава богу, не задувает. Продолжает гореть, я узнал, это не моя, слава богу, то есть беспокоиться не о чем, но кому-то крупно не повезло. Пламя очень сильное.